Byron. Aber vor allem liebt sie es, mathematische Probleme zu lösen. Эта книга повествует о вполне реально существующей женщине. Ее звали Аугуста Ада Байрон. Может быть, она кому-то лучше известна под именем Ада Лавлейс. Она росла очень любопытным ребенком и одну за другой читала книги из библиотеки своего отца, поэта лорда Байрона. Но больше книг она любила решать всякие математические задачи и загадки. Zusammen mit ihrem Lehrer erfindet sie eine Programmiermaschine und ist damit eine Wegbereiterin für die heutigen Computer. Вместе с учителем Ада придумывает программируемую машину. Это такой арифмометр программируемый, который фактически стал предшественником современных компьютеров. Dieses Debüt von Rachel Katztaler ist in Aquarell und Bleistift gehalten und mit dem Serafina Nachwuchspreis für Illustration ausgestattet. Эта книга стала дебютом Рахель Катсталлер. Она выполнена в технике акварели и карандашом. Кроме того, эта книга получила важную премию, премию для молодых иллюстраторов Серафина. Sie illustriert in ihrem Bilderbuchdebüt das viktorianische London mit viel Humor. Награды Путина, Медведева, героям армии ВДВ, ФСБ, полиции России, Ильича Ильича, Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Людмила Александровна, Марина Владимировна, Екатерина Владимировна Путина, Светлана Владимировна, Дмитрий Медведев, Дмитрий Владимирович Медведев, реновации в Москве, самого лучшего мира, Владимир Путина, Медведев, Собянин, героем нашей области, и победим армии ВДВ, ФСБ, полиции России, Ильича Ильича, культуру России, Ильича Ильича, писатели России, Ильича Ильича, Пушкин Медведев, Путин Медведев, современный Пушкин Лермонтов, Моцарт, Чайковский, Айвазовский, Рафаэль, Рублев. Она играет с перспективой, она выбирает очень нежные цвета, оставляет много пространства для самой истории, для самого текста. Это очень критичный подход, в общем, достаточно серьезный и сухой.